Молчит. Напиши твердый знак в чат, если ты в РК. Да он написал в рейде. Ты затрахал меня копировать. Я в РК. Нет, он ответил тому, кто написал Иллирио в РК, зайди. Он написал, я в РК. Короче, рейтинг не хочет отвечать. Если я давай кикнул. Там мессенджере, там, не знаю, рейд заморозит. Че там за джесс такой не верит, что ли? Ну давай с тобой поговорим, блядь. Помоги. Наконец-то. Ну и че ты молчал, весь рейд каски не давал и вообще вел себя не очень. Ну потому что, значит, не могу я говорить, если не говорю. Ну, при чем сказали, хоть персони в чат, я не говорю, чтобы ты обязательно что-то сказал. Что там, блядь, за ум мне такой? Что за тебе все время говорят, дай каску, в ответ тишина и ничего вообще. Слышь, паладин, короче, тут полрейда недовольны тем, что ты, во-первых, каски не раздаешь вовремя. Во-вторых, тем, что ты в РК, только сейчас объявился, когда тебя просили раньше сказать, где ты там, что ты. Если тебе сложно идти, сейчас там неудобно, мы можем тебя заменить, не вопрос. На будущее, если тебя просят дать каски, значит, блядь, нужно давать их в течение минуты, а не, блядь, на следующем боссе. И надеюсь, это понятно. В принципе, всех пауков касается. Если ты ролишь не на свой спект, ты вначале пишешь об этом в РК. Не знаю, на пуле или нет. Ты уехал. Такой ник нашел, Олег. Лизи, будешь танчить? Синдром. Ой, не Хризи, а криминал. Он, наверное, не сможет. Так он же вроде квест сделает. Не, так можно сразу и танчить и квест сделать, просто я вам скажу, как это делается. На лошади поедет и все. Не, ну можно так, но если танчить синдром, то ему надо быть МТ, ему надо менять под дыхание грань одевать со щитом, а потом обратно щит и одна ручка, а потом опять грань со щитом, потом опять. Блин, он потанчит, да, и все ДПС схватит. Да, как бы, когда вот сам помню делал, я вот так менял, поэтому, чтобы сейчас проблем не было, давайте я потанчу с ДК, а Вар поездит, боешка, да? Где сейчас? Да, пополучай, пожалуйста, там рецепты. Там рецепты просят, вон, допустим, там на ювелирку рецепты упали. Стресс. Тут столько трэша. Я тут себя не вижу. Поставь, да. Давай добычу переключать. Кто-то занидил синьку. Олег, ты же имей. Я занидил. Мне это нужно. Гансмок, 100 гп. Начисляю, я не против. Сегодня сбрасываю. Начислю, погоди. Либо я сегодня сбрасываю, либо Кирилл сбрасывает. Еще подумаю. Отлично.
что, почему не вышла винтовка? Где она? Упала, потому что. Что, упала она там, да? Тут трэш пропадает, то есть каждый. Ну волну. И ладно, и так уже две боешки срали. Погнали драконов бить. Черт с ней. Вспоминаю еще раз. Зеленку синьку в моих рейдах пылим. Нидим только по Е. Все. Кирилл под горячую руку попал. Ну такое, да, просто. Сам смотрел, ой, кто так? За ней идем. Еще и сказали. Криминал, что там такое вышло? Стала жмет дубовую кожу и все равно умирает там, на последнем издыхании, которое Фаларион. Циферками. Да блять, жест. Сейчас жест накину сотку. Ты в рейде, Филиппец? Нет, я сижу. Что-то он где-то за синие шмотки, да. А 4 дыхания-то надо поймать, правильно? Да. После этого ударить палкой ее. Ну и выжить. Да. Убирайте тотемы, ходите с лестницы, Оливерка. Финмати. Почему ты босса не бьете? Вообще не знаю, почему так сидете все. Шмот. Снимайте рейд по хп. Прибежит? Нет, не прибежит. Все, спускаемся вниз. Если есть кого-то мамонт, поставьте мамонта. Криминал делает квест, катается на лошади, ловит 4 дыхания. После этого он бьет синдру. Напоминаю, что если метка будет на криминале, то криминал не заморозится. Имейте это в виду. Тот, кто делает квест, не морозится. Починиться. Тактику расскажите, пожалуйста. Тактика, как обычно, ничего не изменилось. Может, человек вообще не знает. Я первый раз стрелка 25 тепки. Серьезно? Серьезно. На этом серве, да. На другом ты чужие по-другому делали просто. Поэтому буду говорить. Буду говорить, что делать, короче, чек на пол. Ну ладно. Твоя задача хилить. И метки у нас нормально. Ты хилишь и освобожденку там не набираешь. Примитив готов, войд примитив. Примитив войд, войд примитив готов. Пошли вниз. ШБДК. Тут по рейду взрывается, да? На лошади. Нет, не взрывается. Криминал, ты не слезаешь в собаке, пока не получишь 4 дыхания. Я сейчас покажу, где стоять. Поднимайте по хп рейд. Давайте, давайте, захиливаем танка, захиливаем. Разворачиваем. Короче, смотри, вот здесь стоишь. И синдру в таргете держишь. Как только у него будет дыхание, подъезжаешь, ловишь. Вот, вот, подъезжай. Бля, что ты стоишь? Вот, поймал здесь. Все, и вот тут стоишь, короче, ждешь дыхание. Ты понял, надеюсь. Так, смотри, хулипал специально для тебя. Видишь, квадратик прыгает под синдры. Вот сюда метку на второй фазе выносишь, если на тебя кинется. Сейчас притяжка. Беги, малышка, беги! Бегаем за портал Лока. Что там стаков? Эмми упала. Фаларион Берни. Фаларион Берни Эмми. Как синдра залетит. После. Я тут что, Берни, извиняюсь. А, ну давай так. Давай так. Все, метки выносим.
Хулипал, с метки в рейде не стоять. Наносим метки перед лестницей, ставим их, прячемся. Побью крестовика. Бомба справа, там между глыбами у вас. Справа. Совсем справа. Говорит, каким стопать, смотрите сами. Играйте там. Таргеты ее. Изи ДПС, ты умереть хочешь, да? Убиваем склепы, добиваем склепы, иди лови дыхание. Так, дыхание скоро будет. Иди там, Квару. Дыхание. Все? Все вроде, да? Кинулся на тебя. Отлично. Теперь нужно ударить эту дуру. Можешь слезать с лошади. Не забывайте хилить криминала. На нем там стаки эти дурацкие. 4500 раз в 3 секунды ему. О чем Безаур льда? У кого вторая? Включите лед срочно. Тем, тотем, есть тотем. Входим. Чем мы такие раки-то Безаур льда играем? Тотем, если мушка. Все, еще. Переводим Синдру. Идите вару, пожалуйста, криминалу. Он уже остался только убить Синдру. Идите Фридом. ДПС. Стак. Притяжка. Накидайте дот на меня. Задотайте Синдру, она сейчас улетит. Не улетит. Не улетит. Бля, смотри, 35%, 36, 35, она все равно улетела. Ну ладно. Метки вниз. Кудрейт. От лестницы, точнее. Прячьтесь, бомба. В центре. Метку в центре. Можете разбивать. Со мной ничего не случится. Правильно можете сливать. Ставить ДПС на крайний. Последняя бомба. Давайте в склепы. Крестик где прыгает, место вот сюда выносим. Где крестик прыгает, видите? Вот в это место. Суставчик где у нее, киллер под лапу. Остальные уходим. Мирики ушли, все лоти, кто там тусит, отвалить оттуда. Это что, тупые что ли? Сказал же, ушли, чего стоите там? Следующий под лапу притяжка будет. Криптин. Под лапу. Есть там глыба? Нет, неважно. Стоишь и ждешь. Отбивайте склеп после притяжки. Сейчас не бейте. Беги, малышка, беги! Следующую под лапу. Ой, на мне. Забери, забери с меня. Пожалуйста, забери, сейчас замерзнем. Скидывайте, кстати. Отбивайте склеп мы сразу. Следующий тоже под лапу, рейд чуть левее, сместитесь. Бьерн под лапу. Фут, иди скидывай. Склеп сливайте сразу, это не притяжка. Метку под лапу. Смеяна под лапку. Хилу капельку. Два замерзли. Там второй. Иллирио, блять. Ты меня напрягать начинаешь, паладин. Я тебя больше времени не буду брать. Сука. Заебал. Сейчас притяжка будет, следующую налево выносим. Чуть правее сместите, чтобы не потянуло. Беги, малышка, беги! Все, Геру, давайте. Метку налево, все играем в Синдром. Или шинель налево. Пеппер, чё ты рачишь так, а? Огромно. Чё, тролль? Бывает. Талик упал, кстати. Бля, заебись. О, мне на сову. Ага, вагоном сейчас Талик забирает, заебись. Он уже объект забрал. Ну пусть ролит. Пеппер кем?
Талисман безымянного меча Роу. Ну вот, спасибо. Нормально. Мати, 73. У тебя нет талика Инмати? Да ему не надо, наверное. Пиздец. Зачем ему нужен? Инмати, есть талик у тебя или нет? Нету? Значит, жи. Печенко пал жрец. А, ему 63 только. Лол. Пал жрец лок. Прорицатель. И рогом ДК Макдруль. Лирио, если ты в РК, скажи мне, пожалуйста, почему ты не отходил от Чандрагоса? Ты замерз там вместе с Хилом, с Шаманом. Объясни, пожалуйста, свои действия. Если тебе похуй, я тоже пойму, в принципе. Но если ты не знаешь, что нужно отбегать, что это не ок. Паладин, слышишь в РК меня? Вообще, что я сказал? Вон он, десантник и Никей. Вот бы не слышит меня. Я пока не могу прочитать это заклинание. Главное, чтоб оскорбление нахуй он не разлил там на весь рейд, блядь. 25 минут у меня. Мы должны Лича убить с первого трая. Потому что мне потом уезжать надо. При осквернении выбегать их надо или выпрыгивать? Не будет ловушек, это обычка. А, криминал потанчишь? Или что ты мне обмен кидаешь? Отдал токен. Отдал токен. Так, а мне тут фуру спекаться или в танке быть? Какой токен? Лимон. А, да. Мне спекаться фуру? А, ну, сейчас, погоди. Криминал будешь танчить трэш? Ну, я могу. Да, Ширкачей, кто, кто будет танчить? Лучше, могу я потанчить. Лучше ты потанчи, Лимошка, да, потому что протовар тут может всех не забрать, мы сейчас вайпим. Ладно, давайте, спекайтесь там в ДД все. Че, там на изи, нахуй, там таунт по КД. Да какой таунт? Короче, ладно, делаешь? Я потанчу трэш и Лирия, у меня нет токена, все токены я отдал по роллу. Все. 95, значит, я отдал токен. Блять, запустите Лича пока, пусть идет. Токен отдал. Неужели прибыли наконец? Токен отдал я. Че, никому не отдал его, что ли? Вон прорицатель пишет. Прорицатель получает за добычу. Знак освещения завоевателя. Я прорицателю отдал. Иллирио. А, прорицатель отдай, пожалуйста, Иллирио токен. И машину свою сраную личную не ставьте больше тут. Я на трэше, начало боя, 15 секунд. Готовьтесь. Вы можете, кстати, подальше отойти, вот здесь вот стоять в сове. Вот тут, где звездочка, рейд стоит здесь. Лича танчат вот здесь вот. Я стою за порталом. Вот. А, Фаларион БР не примитива. Там танк не танчит. Да, включи. Не знаю, что за борода творится. Сейчас сделаю. Я буду всех танчить. Да, он ХК, потому что танк. Я потанчу двух. Бля, что с ДК? У меня КД на БР. Да, он может вылет. Давайте я двоих потанчу. Что с ДК? Где изи ДПС? Пизду, короче. Я не хочу так начинать. Молодцы. Где БДК? От меня бдали диван. Падайте уже, не улетайте только с обрыва. Упадите, блядь, сейчас все резнемся.
Сейчас чекну на БДК. Ну тут вообще. Изи ДПС. Бля, изи ДПС, ты подтвердил. Чё за херня? Почему убило, блядь, трёх людей? Произошло. Почему ты лича не танчил? Скажи мне. Писал АФК? Ладно. Вот тебе твое АФК. Потому что и так долго идем уже. 2 часа. Почти. Эти диваны, рейсы, тереть быстренько. Бали ваши авки. То хилы не хилят, то танки не танчат. Весь рейд один раз отошел, и вы этого не заметили. Дисплей. Сова вагон дисплеит. Что? Нет, Сова может дисплеить. Проведу не дисплеить. Я по дисплею чему? Я знаю. Престы, шаман и паладин дисплеит. Кстати, а чем собака сбивает в комнате? Медвежьей формы? Да, нет, там стан есть. Расовый стан есть, медвежья форма. А, ну да. Бьерн, по поводу комнаты. Если закидывает какого-нибудь жесткого ДПСера, там 6.3 его моба, не убивайте. Ждите, когда он кастанет, каст сбейте, и потом можете убивать его, иначе комната багается, если вы убиваете его. Там как бы не анимация каста, а таймер все равно идет. Не, поэтому я можете... убиваю. Я убиваю всегда в комнате магами. Я его... один раз убил магом и в итоге лич в берсу ушел. Поэтому просто дождитесь каста, там это секунд 10, и потом можете убивать. Ну, у меня всегда каст в конце проходит, я сбиваю и добиваюсь. Че, я предупредил. Стаю офф, ждем Иллирио. По станам вальком, смотрите, я дам стан... Я даю стан трусам, вроде нету, Фьеро. Фьеро, ты даешь стан ромбику. Вот я не знаю, я не уверен, даст ли Иллирио стан печенке. Если не даст, то просто не буду больше брать его в рейды. Датишка потом бежит, как не знаю, назад. Да, он, по-моему, вообще не соображает, нахуй. Сейчас мы суманем его. Сдам, у меня маны нет. Все, палу суманули. Допустите лича пока. Все здесь. Минуту надо баф у нее. А на первом вальком или вторым? А? Да, на первом вальком или вторым? Всем. Всем, по каждой волне. У меня... откатится. Он не откатышится еще? Через одну. Ну там вары будут замедлять, ДПС у нас хватает, не переживай. Ну чтобы каждый знал свой таргет. Мои трусы на каждой фазе. Фьеро, твои ромбики. Иллирио. А ты станешь валик скиллом, молот правосудия, валик печенки. Печенки станешь ты. Понял? Они, если понял, раз ты в РК не можешь говорить. Петрик, блять, будет плюс от тебя или не будет? Что-то ты меня калишь уже, отвечаю. Ну да, уже каска вроде. А если Ретрик не будет ничего делать? Ничего не делать с Ретриком. Куда-то вы не туда стали рейд, мне кажется. Нормально. Ну, я диспелю. Ой, забери лича. Что скажешь? Снимай Иллирио. Он не выбегает. Как нам повезло. Блять.
Сука, Иллирио, я тебя больше верить не буду, брать, иди в жопу, извини. Да я же говорю, он окунь, блядь. Смотри еще на чуму, ой, разольет лужу потом нахуй. Это кик с рейда, до свидания. Еще пока не буду кикать, потому что хилов забагается хилбот. Заебал этот Иллирио. Я чувствую, станов по валькам не будет. Ну готовьтесь, джест, чума. Беспелим. Осторожней слушай, смотрите, если она на Иллирио будет, аккуратнее, короче, там. Он может завайпить нас. Все, уходите. Последний дух, переходку 10 секунд. Давайте сливайте его быстренько. Сферы еще там, не забудьте убить. Не буду забирать его, вот так убьете. Побежали к ключу. Встаем в звездочку. Или звездочку плохо видно, наверное. Поставлю кружок. Вот. Давайте в кружок. Иллирио, осторожно. Предупреждаю. Паладин диверсант у нас в рейде. Тут не вынести его. Вальки, когда они полетят, перед мордой у них не бегать, хуже не разливать. Прикрыли станы, минус один стан. Там дал, второму есть стан, стоим слева, справа от валик, к ним по ходу движения, сквернение одна секунда, примитив, уебываем от него. И на ту сторону, по луже, кстати, не прыгайте, достаточно бежать, там каждое касание считается. Поэтому прыжки менее эффективны, чем просто беготня. Сферу даем, левую иссякаем. Туман, дай Геру, не смея нас. Отлично. Валькиры, полстаны, готовьте. Не выносим влево, к лестнице. Вальки. Осквернение, уходим, отлично. Так, бейте печенку, ромбик. Сам дал стан, все вальки убиты, развивайте рядом с лужей. К 3 на край нужно, отлично, все на край отходим. ДПС классно греет, несмотря на вагоны. Уходим, вам сакру, отходите. Бьем духов. Там где изик. Изики метка, чтобы все видели, где танк. И оттуда. Войт, отойди, пожалуйста, я сейчас сюда духов верну второго. Так, на мне сфера. Эми, я тебе капельку дал, только это тебя спасло. Отъехал маг. На Сендре два раза отъехал. Опа, смотри, как классно дыхнул по всем. Срыв агро 100%. Не забирай духа, это мой дух. Забирай духа, убейте сферу. Маг отъехал. Фаларион, Боерния, Эми. Добивайте гневного. Приготовьтесь хилить комнату. Хилы. Спасибо, что захилили друида, я, наверное, умер. Не умер. Тебе повезло. Повезло тебе, да. Дайте по имени бафы. Каску, кулак, крест. Лапу, инту, приста, баф. Уходи с королем. Я буду держать духов. Не, через 5 секунд. Не провтыкайте, не разлейте. В рейде его. Вот, вынес, молодец. Уходите отсюда.
Уходите, духи летят. Мне подхили чуть-чуть. Самый монстр. Осквернение 3 секунды. Вреди не разливать под лечом, тем более на локе. Муляча. 15. Все. 12%. Даю сакру. Можете не убегать от духов. Все, все молодцы. Кто на сколько боссов приходил? Такой вопрос. Я воздвиг перед вами сильнейший из моих слуг. Сейчас ЕП будем раздавать. Под вашим натиском сгорели в пламени вашей ярости. Сколько за целую коробочку? 500. Что за обычку? 1250? 1250. Угу. Но у нас не все тут. Сейчас я захожу на это. Я на счет, подожди, закончим там с лутом, со всеми делами. За 10 минут там решаем все эти вопросы. ИП заходит в гичате, ливайте сначала перцем своим, потом заходит на ИП. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Я еще не знаю, что с Иллирией, я скажу так, чтобы не люблю наушничать, короче, мне этот человек вреди не понравился, долго бафает. Не знаю, если какие-то у тебя там трудности с рейдингом. Ши их сначала. Ты не отбегал на синдре, когда от метки, когда хил ставил. Короче, я подумаю, брать тебя еще в рейд или нет, даже в обычку. Разбить эти оковы! Вроде все. Невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, батя. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Десерт на ИП. Их должно быть не больше 25 человек. Десерт, ты крестом, да, видимо? Примитив. Надо кикнуть примитива. Исключить. Сейчас лимушка, наверное, 10 герц соберет, да? Я сейчас пойду просто по своим делам. Да пройти надо. Иду, сами допройдете, меня ждет FIFA 2019. А откуда допройти, что-то я не понял. Ты помнишь ту с Синдры? Да. С кем я был? Ходите, отличай, не вижу вообще его. Лекарь, по идее, о, лут, какой-то. Неплохой лут. Лекарь. Королем. Тринаска. Хилы. Ну там,